Подозреваемый в покушении на Олега Михайлика Лаша Герасин пытался в СИЗО покончить с собой. Он нанес себе острым предметом 7 ударов в живот. Инцидент произошел в Лукьяновском изоляторе в Киеве, где с декабря прошлого года находятся фигуранты расследования. С колющими ранами Лаша Герасин оказался в больнице скорой помощи. По словам его адвоката, подробности происшествия пока неизвестны. Поступок подзащитного юрист называет протестом против некомпетентного следствия. Это форма протеста, потому что он уже достаточно длительное время находится под стражей в следственном изоляторе, то есть это более 7 месяцев. И буквально в конце апреля сроки содержания под стражей были продлены до 9 месяцев. Никаких доказательств со стороны обвинения нет в обосновании предъявленного подозрения. Просто Печерский районный суд автоматически каждый раз продлевает сроки содержания под стражей и сроки досудебного расследования. Адвокат утверждает, что Печерский суд намеренно затягивает сроки, чтобы лишить защиту подозреваемых возможности обратиться в апелляцию. Напомню, по подозрению в покушении на Олега Михайлика 22 сентября прошлого года были задержаны Торнике Герасин, Манучар Варшанидзе и Лаша Герасин. Тогда Киевский суд Одессы отправил их всех в СИЗО. Позднее адвокатам удалось добиться перевода расследования в Киев.